Волгоградцы продолжают восхищаться новым амфитеатром. Современная, красивая, многофункциональная территория стала настоящим подарком для всех жителей к 433-му дню рождения города-героя. Масштабная площадка для отдыха с великолепным видом на Волгу, обновленный интерактивный музейный комплекс, посвященный памяти героев-речников, комфортные прогулочные зоны, удобный переход между верхним и нижними ярусами. Все это стало продолжением уже отремонтированного участка центральной набережной Волгограда. Результаты комплексной работы по реконструкции набережной вместе с главой Волгограда, сотнями горожан и гостей областной столицы оценил губернатор Андрей Бочаров. С торжественного открытия репортаж Ильи Власенко. Этот день войдет в историю нашего города. На площади почти 16 гектаров античность и современность слились воедино. Волгоградский амфитеатр встречает первых гостей и поражает своими масштабами и величиями. Это удивительное сооружение не имеет аналогов в России. 2300 мест и уникальная сцена с видом на Волгу теперь будет радовать волгоградцев и гостей города. Вместе со многими волгоградцами губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко оценили итоги комплексной работы по реконструкции набережной. Поздравляю с таким очень хорошим событием и для города, и для горожан. И на самом деле сделал очень много. Я благодарю всех, кто принимал участие в этой работе. Очень сложной работе, очень тяжелой работе. Город живет. И город будет жить. Город развивается, и город будет развиваться. Ну а все зависит от нас. Вперед, город! Днем рождения, город! Новый амфитеатр создавался, чтобы перед молодежью Волгограда открылись новые дороги для творчества и реализации своих идей. Программа развития этого уникального пространства будет создаваться только на основе предложений и пожеланий самих молодых людей, активистов, общественных объединений, студентов различных учебных заведений и волонтеров. Это такой огромный подарок городу Волгограду. Это огромный подарок нашим всем гостям, то есть это станет еще одно место достопримечательностью для наших гостей, конечно же, горожан и молодежи. Мы приняли решение, что этот амфитеатр будет передан молодежному центру нашей молодежи, для того, чтобы они наполняли, здесь творили, радовались и радовали нас. Новое пространство, сочетающее в себе наследие и объекты старшего поколения, построенные с нуля потомками, понравилось жителям всех возрастов. Замечательное, чудесное. Это привлекает и молодежь, и взрослое население. Это здорово. Спасибо нашему губернатору и нашим органам всем управления, которые это все сделали. Пусть продолжает, дай Бог им здоровья и всего самого наилучшего. Очень положительно, особенно последние годы, когда он стал губернатором Андрей Иванович Бочаров. Это новая классная площадка, интересная. Я уверена, что в дальнейшем это будет таким местом притяжения для многих студентов и в целом молодежи, потому что чувствуется вот эта атмосфера, чувствуется, что будет что-то грандиозное и очень интересное. Они не перестают говорить: «Мы любим тебя, Волгоград». Это великое счастье – жить в таком городе и развиваться вместе с тобой. Для всех волгоградцев он самый любимый и самый чудесный город. Город, в котором хочется жить. Для всех живущих в городе-герое он будет вечно молодым и самым цветущим. А волгоградцы в ответ будут вписывать в страницы истории города новые сюжеты. Это очень важное событие. Мы его давно ждали, очень долго. Ну и спасибо, что так все случилось к Дню города, все это сложилось. Нам нравится. Вот Чуйкова тоже сделали аллею, здесь сделали красивую набережную. Все замечательно. Спасибо. Очень красивое сооружение. Спасибо за такой театр. Город очень хорошо развивается. И за последние 3-4 года он просто неузнаваем. Ольга Телякова в восторге не только от новой набережной, но и от города, который преобразился до неузнаваемости. Заметно, что стали более ухоженными дворы, лучше стали дороги, зеленый стал город. И вообще, я город очень люблю, я родилась здесь, и мне приятно видеть, что вкладываются средства именно туда, куда нужно.
Есть города, с развитием которых люди связывают свои мечты и надежды. Они стремятся найти здесь себя, свое назначение. И Волгоград именно такой, с распростертыми объятиями встречает каждого, влюбляет в себя и больше никогда не отпускает. А новый амфитеатр станет местом притяжения не только для молодежи, но и для взрослых. Где бы ни был человек, он всегда будет спешить в Волгоград. Очень прекрасное место, новое для нашего города, очень интересное. Ребенку очень нравится вид на реку. Много площадок появилось новых, очень сейчас хороший у нас парк Баку. Вот, там проходит много мероприятий, выступают дети, детские коллективы. Так как я мама двоих детей, мне все очень нравится. Спасибо тем, кто этим занимается. Очень хорошо сделан, организация на высшем уровне, мероприятие самого. Все замечательно, никаких вопросов. Я очень рада тому, что сейчас открывают множество объектов, то, что так вот город раскрывается с новой стороны, это замечательно. Город Волгоград развивается, видно улучшение, заметно, как построили нулевую продольную, много участков озелененных, много детских площадок начали строить, место для отдыха не только для горожан, но и для молодежи. Привлекается огромное количество туристов сейчас в наш город. Это видно, конечно, и чувствуется. Большое спасибо за развитие нашего города. Первыми посетителями центрального объекта новой прогулочной зоны – амфитеатра – стали люди, которые внесли значительный вклад в развитие нашего города. Медики и педагоги, строители, спасатели и спортсмены. Для них в новом амфитеатре творческие коллективы подготовили концертную программу в объятиях города. Волгоград преображается с каждым днем, согревает сердца многих жителей своей любовью уже 433 года. А мы в ответ стараемся ответить ему взаимностью, украшая и обновляя его, создавая все условия для процветания нашего любимого города. Илья Власенко, Анатолий Чернышов. Время новостей.